Всем доброго времени суток! Сегодня хочу представить вам обзор техники Маунфилд. Это холодильник MFF 177 NFB. Чтоб не пугался никто таких аббревиатур и цифр, расскажу, что они обозначают. MFF там фирма Маунфилд. 177 – это высота холодильника, 177 сантиметров. NF – non-frost система, при которой не нужно размораживать холодильник периодически, или морозильник, там неважно. И B – это black. Вот у нас такой черный красавец в нашей семье появился примерно год назад. Назвали мы его Мэнни, ласково Мэнни. За его такую мощь, за его величие. Ну вот у нас такой вот большой, красивый. Обзор, конечно же, хотелось бы... Почему снимаю год назад? Потому что хотелось бы, конечно, уже поэксплуатировав холодильник, представить, так скажем, честный обзор для милых хозяек. Расскажу следующее. Выбирая холодильник side-by-side, остановили свой выбор на Маунфилд. Ну, честно скажу, мы не знали про эту фирму ничего. Нас привлекла цена, тем более, что это был первый холодильник вообще такой конфигурации. Side-by-side, вот он состоит из двух частей, морозильная камера и холодильная. На них я остановлюсь чуть попозже. Что могу сказать из огромных плюсов этого холодильника за год эксплуатации? У него высота 1,77 м. У меня рост 1,65 м, средний женский рост. Милые дамы, гораздо удобнее иметь большое пространство холодильное, морозильное с двух сторон размещенное, а не по высоте. Потому что, когда что-то нужно достать из верхних полок, не нужно никуда тянуться. Вспомним обычные холодильники стандартные, да, тянуться до самой стеночки, вечно ничего не достанешь. Ну, как бы это очень, с моей точки зрения, было неудобно. На чем хотела бы еще остановиться? Компрессор у него инверторный, что позволяет работать очень тихо. Вот можешь сейчас послушать. Сейчас работает. Ты его максимальный звук, если там слышно, конечно. Абсолютно тихая работа холодильника. Однокомпрессорный, то есть там нету разных там непонятных звуков. Все прекрасно. Вот. Что могу сказать по внутренностям? Большой холодильный отсек. Вот. Целиком это холодильник. Вот. Полочки стеклянные, но очень крепкие. Как видите, я могу на ней разместить спокойно и кастрюлю большую, и банки с консервациями. Расстояние тоже можно, в принципе, сделать немножко не совсем как хочешь, там совсем на разных расстояниях. Ну, в принципе, можно, позволяет у нас тут все это. Вот. Я смогла сделать так, что разместилась чаша из-под мультиварки, в общем, много чего еще. Оснащен данный холодильник у нас двумя ящиками такими, chill room, так скажем. Вот. Он очень вместительный, просто сюда на данный момент ничего такого много не лежит. Вот. Второй ящичек поменьше, мы там храним свежие овощи, корнеплоды. Вот. Очень вместительный, видите, вот прям такая толстая бутылка кефира, например, вмещается превосходно в этот отсек. Никуда не переворачивается. Что мне очень понравилось? Два прекрасных больших лотка для яиц. В общем, в два лотка вмещается больше трех десятков яиц. Прекрасно. Я была настолько довольна. Просто не представляете. Так. Это холодильник. Смотрите, как приятный свет. Такой вот. Голубенький немножко даже. Уходим. Это морозильное отделение. Пожалуйста. И на дверце есть удобные контейнеры, так скажем.
И вот вообще состоит из полочек. Поверьте, лучшего я придумать, так скажем, не представляю, как можно придумать лучше. Вот, очень все удобно. Вот, там, хочешь овощи клади, хочешь фарш там заморозил, точнее. Все на полочках размещается. Если что-то надо хранить там долго и много, пожалуйста, смотрите, какой вместительный ящик. Кучу продуктов можно разместить. Этот ящик чуть поменьше. Мы там храним замороженные ягоды. Что могу сказать? Мы пробовали, экспериментировали, мы затаривали холодильник, ну так, полностью, особенно морозильную камеру полностью попробовали затарить. В общем, хватило на семью из трех человек, где два взрослых мужчины. Вот, хватило почти на 3 месяца. Что могу сказать по управлению? Ну, мой сегодняшний обзор, как бы я хотела обратить больше, конечно же, к хозяйкам. Потому что они больше всего будут сталкиваться с этим холодильником. Все технические параметры, все прекрасно, это все можно почитать на сайте. И в характеристиках холодильника. И все они прекрасно соответствуют все, чему там они, все, что сайт заявляет. Производитель заявляет. Вот. Как оно там управляется? Я выбрала функцию Smart. Smart-функция, она показывает, что как бы она дает самый оптимальный, так скажем, режим работы холодильника. Это в холодильном отделении, видите, светится правая сторона, в холодильном отделении плюс 5 градусов. Вот. Так, нам нужно... Ага, вот зона. Так, это было, это право мы не будем иметь. А вот левая сторона минус 18 градусов. Это по умолчанию у нас в смарт-функцию входит. Функции есть у нас тут разные. Можно вот fast freezer, это у нас быстрая заморозка, там может это 30, при 32 градусах, если включить при 32 градусах, заморозит, будет работать ваш морозильник. Вот. В общем, и быстро замораживать продукты. Вот. Ну, на самом деле хватает прекрасно функции smart, она работает при этом режиме очень оптимально. Вот. И именно с точки зрения хозяйки, я вам скажу, просто превосходно. Мне понравился очень этот холодильник. Смотрите, вот у него такая красивая стеклянная поверхность. Понятно, что эта поверхность будет собирать на себя где-то пылинки, где-то отпечатки пальцев. Это все естественно, это все понятно. Ну, я вам покажу чисто со своей точки зрения. Оно все прекрасно убирается. У меня вот есть такое средство. Ну, я развожу просто для уборки дома повседневное такое... универсальная совершенно, вот, побрызгали, микрофиброчку взяли, все протерли, все прекрасно, все красиво, все чистенько. Хотите ежедневно, если вас тут напрягает, что у вас тут будут какие-то пылинки, ворсинки, там еще что-то, хотите через день, раз в неделю, кто как любит убираться, все прекрасно, чистота видна невооруженным глазом, как говорится. Вот. Это что касается конкретно эксплуатации. С какими бы то ни было проблемами, мы за время эксплуатации не столкнулись. То есть вот, привезли, распаковали, подсоединили. Вот. Несколько магнитиков повесили. Вот эта сторона, которая может примагничивать, потому что здесь ничего вы не примагнитите. Вот. Пожалуйста, кто любит собирать магнитики, огромнейшее поле для выражения своих туристических эмоций, так скажем. Вот. В общем, рекомендую данный холодильник. Я считаю, соотношение цена-качество просто прекрасно. Спасибо за внимание.